Перископы пошли. Всем привет. Да. Да. Всем привет. Это у нас Таганрог. Сейчас я в Таганроге нахожусь. Украина, привет. Кардио. Да. Поправился, что ли? Да нет. Побрился. Красноярск на связи. Борец тут. О, здорово, борец. Так, поехали. Ну так. Все так же. 105, 106. Так. Перископить стал. Да что-то как-то руки не доходят. Пашем сейчас все набегами. Набегами в зал. В морской фуфайке. Сколько кардио будет? Да. Гребля 10 километров. Погребем чуть-чуть. Попотеем. Надо себя в порядок приводить. Больше даже порядок не внешний, а физически начинаем подготовывать. Сейчас как голову потренил. Да хорошо, с удовольствием потренировались. Вечером сходил к ним на тренировку, поиграли, побегали, повеселились. Готовимся к выступлениям. Я надеюсь, тоже выйду на поле 24 мая. Так что, ребята, у кого есть желание и возможности, приезжайте. Вот. А, это жена кричит, вау. А, приходите посмотреть. Скажем так, не живы будем, не помрем, выйдем на поле. Да, так, где? Так, первая игра 24 мая в Таганроге, по-моему, будет. Пока с кем еще неизвестно. Поправили меня. Булава в перископе поправляет со сборной Крыма. О! Обязательно приходите. Также, если кто есть ЕКБ, приходите в это воскресенье на Кубок Ешанькина. Так, ну прям по скайпу не совсем, но можно в социальных сетях мне видосы присылать. Чем могу, помогу. Так, коричневые сердечки. А вот они поперли, и зеленые. О, ой, разноцветные какие. Так, а вот процесс тренировочный. Разминаются ребята. Кто разминается, тоже вообще пашет. Вон булавянин один лазит. Гошан, ты здесь еще? Запечнулся, видишь, 25-й. Сейчас жду, пока гребля освободится, и начну гребсти. Вот, ребята, кубы качают. Слава или Влад, как лучше? Все так, реагирую и так, и так. И то нормально. Не принципиально. О! Остроухов Саша, привет. Привет, Петербург, привет, Черной Белки. Кто там из Булавы в зале? Доктор из Булавы в зале. Лобаныч. И Сашка. Сашка, спринтер. О, есть участник. А с челлендж 64 есть кто-нибудь? Гоши нет, Гоши нет. В зале. Но он, скажем так, сейчас, если еще не вышел, наблюдает за перископом.
уже комментарии бросал. Сегодня так. Что там, гребут, все никак не дадут мне на греблю-то сесть. Так. Ребята, ты сюда ли пришел, хватит. Ну что, ребят, так, если вопросы по технике, по работе, когда Москву планируешь? Москву послезавтра. Гребли в Таганроге, всего одна гребля. В Москве 6, по-моему, 7 уже даже грибных. В Таганроге много штанг. Много штанг. Вот так, гранатов. Всякой ерундистики железной, гимнастической и прочей. А вот с греблей у нас пока не важненько, но Джимурат Акаев, Олег Чен, Дмитрий Клоков, Диманов, Оксана Сливенко, там вот не... под таким углом особо не видно. Так, ну что, ребят, пойду потихонечку разминаться. Греблю транслировать не будем, это не плакат, это с баллончика на стене нарисовали. Так, кстати, почему некоторые тренера кроссфити учат сильно отводить таз назад и не выводить колени? Конкретную причину не знаю. Мамаш не хватает правильно понаучить. Пепе. Просто это, скажем так, от недалекости. Это уже жопа назад, колени не выходят за носки. Это фитнес-история. Фитнес-история, фитнес-заблуждение, фитнес-ересь. А так как даже фитнес уже выходит на новый уровень, и потихоньку все больше и больше людей отходят от этих суеверий. Так что, вот так, ну ладно, что, ребят, будем работать, будем разминаться, будем пахать. Ну а пока, всем пока.